А Жанжур где? Где Жанжур? О, красавчик Жанжур! Итак, дорогие друзья, объявляем бойцов следующего боя. Ого, смотри, что нам происходит. Сейчас как в фильме ужасов. О, смотрите, как в фильме ужасов. Друзья, к нам на турнир прилетела стая птиц! Достаю замки! Это группа поддержки Жанжура прилетела посмотреть его бой. Смотрите, смотрите, что обказывает. У кого здесь зонтик? Хорошо, есть флаги наших партнеров. Ладно, я шучу, конечно. Итак, друзья мои, следующая пара. Рост 74 сантиметра, вес 69 килограммов. Кирилл Кукушкин! Видимо, в честь него эта стая птиц прилетела. Итак, рост 175 сантиметров, вес 65 килограммов. Жасур Мирибоев! Можно пока немножко пошуметь? Громче, громче, громче! Бойцы на ринге. Передаю слово судье. Тук-тук, куда? Кукушка! Кукушка! По дуплу. Бойцы на середину. Помним про правила. Работаем активно, деремся честно. По углам. Боец готов! Боец готов! Бой! Это был знак. Да, друзья, удары просвистели друг над другом, каждый удивил, мне кажется. Один другого удивил ударной техникой. Жасур даже все равно, вне зависимости от падения, хотел продолжать поединок. Но, к сожалению, извини, в следующий раз. Здоровье все-таки превыше всего. И если есть желание, скажите пару слов, друзья. Спасибо. Самое главное это организаторам, я первый раз здесь выступаю. Будем тренироваться опять, будем выступать дальше. Спасибо всем! Спасибо тебе за несгибаемый дух и желание к победе! Спасибо сопернику, неожиданно быстрый бой. Я думаю, продлится гораздо дольше, особенно после того, как провалил первую атаку. Но ничего, справился. Спасибо организаторам. Занимайтесь спортом, здоровым теле, здоровый дух. Спасибо. Слушайте, какие мысли были в тот момент, когда первый раз ошибся? Все, борьба, сейчас устану, проигрываю бой. Надо собраться. На рефлексах, да. Встал, понял, что соперник не идет в борьбу, потому что у меня борьба – это слабое место. Ты сейчас зачем это рассказываешь? Планируешь выступать дальше? Конечно. А что пускай знают? Понятно. Будешь работать над слабыми сторонами. Конечно. И поэтому усиливать сильные. Конечно, разумеется. Наносить удары прямо из угла. Ладно, это все юмор. Спасибо тебе, с победой тебя!